Сегодня в офисе ПСРМ находится бригада из Москвы, это 32 специалиста. Это команда НТВ, которая якобы там под прикрытием о сотрудничестве, ну, так как Додону принадлежит НТВ Молдова, это ни для кого не секрет. Значит, те типа на обмен опытом, остальные приехали по секрету. Руководитель этой группы, господин Борисов, не смог приехать в Молдову, потому что он в Молдову не ввезной. Невъездным он стал при Плохотнюке, и Додон на всякий случай ему там, я, кстати, знаю еще некоторых российских политологов, политтехнологов, которым запрет не был снять, чтобы не зли там некоторых западных послов, потому что как бы Додон, он чуть-чуть пророссийский, чуть-чуть прорумынский, чуть-чуть проевропейский, чуть-чуть проколечный и так далее. Значит, Игорь Николаевич, эти люди ходят на улицу, их все видят, они ходят курить, ну, вовсе по СРМ просто у вас курить запрещено, вы их не прячете в квартирах, как это было при Плохотнюке. Скажите, пожалуйста, на какие деньги, вернее, где вы взяли деньги, чтобы их оплатить? Это команда специалистов, которая работает в Молдове. И те, кто стоит, работает за ее предел, и работает за ее пределами, значит, Додону обошлось в 1 200 000 долларов США. Пусть выскажется ЦИК, можно ли это по закону. Два, пусть покажет Додон происхождение денег, и как бы мы вопросы свои снимем.